В этот день, в 1917 году, завершился съезд рабочих и солдатских депутатов Жетісуйской области. А 16 июня 1937 года завершился первый съезд Коммунистической партии Киргизии. На съезде рассматривались вопросы индустриального строительства, развития аграрного сектора. Кроме того, было принято решение о принятии киргизов в ряды партии и на руководящие должности. В 1942 году биологическое отделение Академии наук СССР, эвакуированное в город Фрунзе во время Великой Отечественной войны, вновь приступило к работе. Ученые стали проводить важные исследования в области палеонтологии, генетики, микробиологии и биохимии. Такая работа дала мощный толчок для развития сельскохозяйственной науки в регионе. В 1964 году завершился Курултай женщин Киргизии. На мероприятии присутствовала вдова генерала-майора Ивана Панфилова Мария Панфилова. В завершении съезда первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву было отправлено обращение, в котором советские женщины выразили ему благодарность за отеческую заботу. Шестнадцатого июня 1925 года открылся знаменитый советский пионерский лагерь «Артек». Всемирно известная детская здравница расположена на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация пионеров из Германии. В 1930-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу.